Арьяру, мои маленькие любители покушать, мы продолжаем играть такую увлекательную игру, как спор «Космические приключения». Мы прошли все этапы, кроме последнего. Остался у нас лишь один этап, и это космос. Людолюбие, адаптация и что у нас? Экономика. Почему-то военное дело у нас здесь, одна карточка есть, хотя вообще нету никаких военных дел. Странно, на самом деле. Мы шли ровно на экономику. Ну ладно, такое бывает тоже, баги. А, так как корабль ни на что не влияет, я сделал первого попавшись и отправился в свое великое путешествие. Так, посмотрим, какие у нас в нашей Солнечной системе есть пряности. Желтая. И все, хорошо. А, ты мне в конкретном городе хочешь, чтобы я установил? Ладно. Наша задача сейчас найти первую цивилизацию, с которой можем контактировать. Для этого нужно просто летать. Ни хрена себе. Черная дыра прямо у нас под боком. Я серьезно никого найти не могу поблизости от себя, офигеть. Хоть одну цивилизацию мне дайте, пожалуйста. Буду благодарен. Дальше мы пролететь не можем тупо, потому что у нас двигатель маленький. Хорошо. Я никого не могу найти, ни одну цивилизацию. Предлагаю полететь в центр галактики. А вон, есть какой-то, есть какая-то связь, ура. Кто-то издает какие-то сигналы, мы пытаемся их принять. Кто сигналы издавал, Дядьки. Во, нашел. Наконец-то. Только недружелюбные. Замечательно. Я с ними подружился. Ну как, у меня теперь с ними нейтралитет. Я сейчас, возможно, сдохну, потому что у меня энергия закончилась. Погодите, я сейчас с вами познакомлюсь только. Ага. Ой, пойду делать деньги. Торгуйте пряностью, окей. Вот с ними я пойду. Ну как поторгую? Просто познакомлюсь для начала. Квест у них я тоже не могу взять. Мне просто надо с кем-то поторговать, я сейчас понимаю. О! Цивилизация, вот еще цивилизация есть. Кто-то на меня выебывается так часто. А еще одни красные. Привет, ребят! Пульты меня агришат опять. Фиолетовая пряность вот есть. Недалеко, кстати, от меня. О! Привет. Может, какие задания есть, чувак? О, они мне квест дают. Отправиться на планету? Высадиться туда? Неплохо. Карл, вот это, сюда вот надо быть. Вот и все, мы со всеми поболтали, миссию выполнили замечательно. Где и все? Все равно я не могу торговать с ними. Если я 50 тысяч подарю. О, могу торговать, замечательно. Могу продавать им пряность, но им крестная пряность вообще до лампочки, поэтому не самые лучшие они. А стоп, я могу сейчас, в принципе, квест выполнить чисто для галочки. Им пряность одну толкнуть. Зачем я с красной пряностью торговал, я без понятия. Одну пряность чисто для символически подарить им. Чтобы квест у нас домашний зачитался. И пойдем обратно сейчас. Так трудный без звездного двигателя нормального уровня. Я хочу расширить границу. Давайте быстрее, пока тренд X не упал. Раз. Два. Три. Все замечательно. И мы обратно все забрали. Замечательно. Терриндекс теперь точно не упадет, потому что мы его закрепили. И теперь нужно засадить хотя бы сюда животных. Постройте для колонии один завод. Окей. Так, завод. И развлекательный центр, чтобы они не грустили. Да, замечательно. Пока хватит. Ну-ка. Они ко мне дружелюбно настроены. Ну-ка, давайте поздороваемся с вами. Привет, межзвездный двигатель. Это, конечно, классно, но давайте вот... Оп, торговля. До свидания. Торговлю... О, торговлю заключили с вами. Замечательно. Я сейчас поищу артефакты, которые можно толкнуть, чтобы получить деньги. На колонию для фиолетовой пряности. И буду уже ее сейчас развивать для того, чтобы получить больше финансов. Бля. Кто вы такие, нахуй?
А пираты? Одна цивилизация, только зеленую пряностью, замечательно. Мы наладили торговлю? Нет, не наладили, потому что у нас еще плохие отношения. Хорошо. Коза какая-то, еще одна. Фиолетовую пряность заняли, суки. И мне дали квест? Да, квест дали на приключение. Хорошо, давайте пойдем выполним его. Ура! Мы уничтожили. Укрытие! Сейчас рванет! Ёб твою мать, что творится? Поговорить с кем-то надо. Ура, мы победили! Стой, блядь! Куда побежал? Аллилуйя. Пока нет у них никаких союзов, ничего. Печально, печально на самом деле. Вот, фиолетовая пряность, я нашел ее. Надо, пока есть возможность, сейчас купить по-быстрому колонию. И попробую там заполучить ее. Калин. Ну ладно. Будешь первой нашей планетой с фиолетовой пряностью. Какой у тебя индекс? А, тебя охлаждать надо, замечательно. Этого должно хватить, на самом деле. Я надеюсь, что этого хватит, чтобы мне заселить сюда первых жителей моих. Ты угораешь? Хочешь сказать, не хватило? Да, блядь. Обидно. Это окупится, ребят. Это все окупится. Нужно сначала сейчас наладить мне фиолетовую пряность. Давай, хотя бы первый терраиндекс сделай мне. Первый терраиндекс стабилизирован. Ура! Но он ничего не может генерировать, эта планета, потому что нету ни заводов, ничего. К сожалению, да, большому сожалению. Ну а с этим я ничего поделать не могу, потому что у меня есть самого сейчас с финансами проблема. Да, аниме-квест замечательно дали на космические приключения. Идемте его выполнять сейчас. Инфекция какая-то, видимо. Вот и миссия выполнена. Даже ранг повысили. Неплохо. Торговлю мы наладили. А мы можем заключить союз? Окей. Союз мы заключили. Купил красную пряность, потому что есть сейчас большая возможность продать ее гораздо дороже. Купил ее за 3, продаю за 11, нормально. На родной планете 75 стоит, понятно, поэтому пойду куплю все равно, и это все равно выгоднее, но выгоднее покупать у них, потому что у них стоит 75. Я себя чувствую, знаете, какой-то бабкой, которая готова ехать хуй знает куда, в какую-то даль, ради того, чтобы купить гречку на 2 рубля дешевле. Вы видели? Только что зародилась новая галактика, точнее, новая Солнечная система, и там уже кто-то есть. Кто из всех зараженных жителей планеты Бермена? Какая Бермена? Ты о чем? Давайте сначала здесь артефакт заберем. Это засада, блядь. Тихо, вы меня не убейте. Где зараженные жители-то, блядь? Я не вижу зараженных жителей, отъебись от меня. Все, нету их. Проникнуть в исследовательский центр врага? Что ты там еще сделать? Вы охуели, что за... я такой хуйни не ожидал. За 6 секунд меня убили. Да блять. Привет, неизвестное мне доселе создание. Кто ты? Пуфит, привет. Бе-бе-бе, да, Пуфит. Бе. Блять. Ой, блять. Ой, блять. 48 хп, вы серьезно? У меня даже энергии не осталось. Как я воевать-то буду? Ребят, давайте я вот тут вот посижу, да, окей, да? У меня пока реген, мана отрегенится, да?
Ты что, энергия отрегенится, да? Ой, блядь. Ой, блядь! Ай, сука! Я не застелись. Стелси я одно целое. Нет! Да, блядь! А, вот как надо было. Давайте, ребят, я вас верю. Вот и все. Вот и все, миссия. 9:06. Это просто пиздец. Просто тупо торгую. Нам сейчас ни на что не хватает, но тем не менее мы смогли до второго тира даже наладить атмосферу этой планеты. Сейчас нужно сюда просто колонию поставить, и все будет замечательно. Одна фиолетовая пряность у нас уже есть. Замечательно. И мы можем разместить здесь еще одну колонию. Надо сейчас посмотреть, сколько теперь это сможет. Да, теперь может 10 вмещать, замечательно. Замечательно, у нас появились союзники первые. Черт, идем. $27, это не так много на самом деле. Можно и подороже продать. О, 58. Неплохо уже. 58, по-моему, это максимальная цена за пряность. Не хочу сейчас ее полностью продавать, потому что если я ее продам, то она будет падать в цене у этой цивилизации, а потом искать еще такую же, которую покупает за столько же. Будет проблематично. Я лучше сейчас продам красную. Еще один квест. Чё? Братан, не. Так не пойдет. Прости, такие квесты я выполнять не забираюсь. Короче, нужно сейчас летать и собирать артефакты для того, чтобы получить ачивку и... А эта ачивка нужна для того, чтобы увеличить грузоподъемность моего корабля, чтобы я улучшал... мог грузоподъемность еще больше. Опа. Хранилище пряности мне открылось. А эта вещь очень нужная, потому что... фиолетовой пряности у нас будет до хрена и больше. Нужно срочно покупать хранилище пряности, потому что оно уже наполняется очень быстро. Ой, отстань от меня своим золотым недоделом. Давайте просто денег там, а? О, торговля открылась. 23 всего, ты чё такой жмот-то, а? И вот наша пряность начинает наносить плоды. Можно было продать подороже, но пока так. Пойду искать сейчас артефакты, чтобы выполнить задание и получить доп. Груд. Привет, Империя Фиби. Красная пряность за 11 кусков. Нихуя вы, буржуи. По идее, мне остался один артефакт найти. Есть, вот и ачивка. Средняя грузоподъемность. Ура! Ура, 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 ура. Пидор, придется их захватить. Не хотелось делать. Уже 20 пряностей дали это. Но я хочу еще улучшить трендекс до трешки. Официальный третий трендекс. И размещаем тут поближе вот здесь вот базу. Так, сейчас давайте возьмем калькулятор с вами. И будем считать. Уже пряность появилась. Чтобы... Так, берем калькулятор. Этот город приносит нам 96 в час. Этот город приносит... плюс 105 в час, плюс 96 в час. Получается 297 пряностей в час. Делим на 60, но 60 минут. То есть 4 пряности в минуту.
Или же если поделим на 60, а, ну, больше не получится поделить, потому что получается некорректное число. Маленькое слишком. То есть минуту приносит у нас, ну, грубо говоря, по 5 пряностей. Это охуеть как много, и это охуеть какие большие деньги, ребят. Ну а так как материала получилось даже слишком много, я решил разделить финальное видео на несколько частей. В первой части вы могли видеть то, как я зарабатывал стартовый капитал, чтобы полететь к центру галактики. На самом деле за кадром здесь будет проведена большая молчаливая работа, где я буду бегать и продавать пряность. Это будет не совсем интересно, но часть я постараюсь показать в следующем видео. А дальше только интереснее. Я не прощаюсь.